Всем привет, мои хорошие! А давно я вас не знакомила с обычными сорнячками. Ну вот что за чудо такое, а? Это ведь просто сорняки. А посмотрите, какие красавцы. Не устаю удивляться нашей природе матушки. У ребяток тренировочные полеты на истребителе вон полетели. Что-то пока к параду я не заметила, чтобы они тренировались. Просто так летают. Мы бы сами сейчас с удовольствием бы сюда бы залезли. Пусть тоже, попа тоже. Животик. Да ладно, не стрикивай. Все, и понеслась. Так, все. Освежилась. Пошла работать. А до этого никакая лежала. Данюш. Все. Зацвела калина. Калина красная. Очень вкусно делать из сока калины с медом. И полезно. И вот начала цвести ежевика. Довольно-таки много у меня должно быть по логике. А еще у нас померла яблоня. Вот пытались там что-то сделать, и ничего не получилось. Еще какой-то у меня житель в том году появился. Я не поняла, что это. Вот посмотрите, пожалуйста. Ну, вроде как похоже на рябину. Без 25 у нас 31 градус жары. Вот здесь у меня есть такой уголок. Непритязательный, неприглядный. Соседи тут устроили хламушник. Ну, вообще, честно говоря, странные соседи. В том году несколько раз приезжали. В этом году два раза. Вот, чуть-чуть покосили. Зато купили соседний участок. Не знаю, это дело их. Короче, я решила посадить то, что мы сегодня приперли из леса. Вот такой же кустик с такими же веточками, с такими же листочками. Вот такая веточка. Я вам показывала, я в ежевике посадила. Здесь тоже посажу. И еще лесную чернику. Не знаю, что с нее получится. Вот такая вот она. Посмотрим. По крайней мере, ну, будет что-то, будет, не будет, не будет. Мне этот угол не жалко. Людочка из Германии. Мои грибочки передают твоим грибочкам. Привет! Не знаю. По-моему, очень похоже. Ой, где там? Вот он.
А я хочу вас угостить салатиком. Почти что из того, что было, то и покрошила. Шутка. Короче, столкнулась с тем, что дома закончились огурцы. И в магазине в нашем, где у нас садовое товарищество, есть магазинчик. Огурцов тоже не было. Но салатик очень хотелось. И я придумала. Помидоры, маринованные огурцы, зелень. Ну, наверное, вы уже догадываетесь, что там у меня салат, горчица салатная, руккола, лук зеленый. И добавила туда горошек консервированный, майонез, соль. И все перемешала, подсолила. И вы знаете, я хочу сказать, мне понравилось. Зелень, она нейтральный вкус имеет. И здесь акцент получился на маринованный огурчик. И горох чувствуется. Помидор занимает такую нейтральную вкусовую позицию. Вот, мне понравилось. Так что приятного аппетита! Всем пока-пока, мои хорошие. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.